С 2006 года этот дом стоит. Неоднократно я, еще будучи народным депутатом, привлекал сюда средства, которых также не хватило. Те молодые люди, которые планировали здесь въехать, молодые семьи, это порядка более 60 семей, молодых семей, которые приобрели здесь жилье. Сегодня они уже подросли, эти молодые семьи. Прошло 14 лет. Город взял на себя обязательства, потому что необходимо было закончить эту стройку. И те люди, которые пострадали от этого, я думаю, что в течение 2-3 месяцев наконец-то получат долго такое ожидаемое, в прямом и переносном смысле этого слова, свое жилье, наконец-то, кровное жилье. Также мы здесь порядка 16 квартир, которые остались нереализованными, мы планируем, это будут городские квартиры, мы планируем их распределить. Осталось нам навести здесь порядок, вы видели, устанавливаются лифты, делается внутренняя отделка, подъемные коммуникации, будем делать благоустройство территории. И, как я уже сказал, месяца 2-3 мы закончим этот долгострой. И еще одним долгостроем в Одессе станет меньше.